У Могилеве открыли класс по выучению китайской мовы. Класс «Конфуция» у Могилевской гимназии, другие в Беларуси. На урочистом открытии присутствовали представники белорусского и китайского института «Конфуция». Китайскую мову у Могилевской гимназии номер 3 у гуртках выучают уже 2 года. Китайской тут цікавится каля 300 человек. Тому лічыць, что заявление класса «Конфуция» у гимназии не выпадково. Развитие отношений между Китаем и Белоруссией. Больше и больше людей сейчас предпочитают выбрать китайский язык, потому что это такой перспективе для своей не только работы, но и учебы. И поэтому, мне кажется, класс института «Конфуция» очень важен в гимназии номер 3 в Могилеве. Могилевчане выиграли в этой возможности на конкурсной основе. Гимназисты показали высокие выники и мотивацию. Дети уже зараз усведомляют перспективу. Я была на конкурсе научных работ и заняла 1-е место, исследуя разницу между китайскими и русскими фамилиями. А также в этом году была олимпиада по китайскому языку и заняла 2-е место. 2,5 года изучаю китайский язык. Мне он очень нравится. Он очень престижный, интересный. Хочу связать будущее с китайским языком. На урочистое открытие класса приехали представники высших научных установ, волонтеры, что выкладывают китайскую мову у Беларуси. И они отмечают, что интерес до китайской культуры у Беларуси растет с каждым годом. Наша культура – это очень прекрасно, но это, конечно. По-моему, еще наша страна в мире уже сильнее. И наша экономика тоже развивается очень быстро. Я тоже показала им это китайскую кухню, китайскую культуру. И, например, делать некоторые, например, вырезки из бумажки, это будет интересно. Дальше зусім хутка в университете имя Куляшова з'явится центр вывучения китайской мовы, який у приватности будет содейнішать гимназистам у вывучении мовы и культуры Поднебесной. Тетяна Дмитриева, Александр Артемьев, Новини регион.